друзья, меня зовут Декстер. Перед началом этого видео я хочу пожелать вам приятного просмотра. Но давайте перед началом сделаем одну очень важную вещь. Она называется подписулечка. 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 Что такое подписулечка? Это когда вы подписываетесь на канал Декстер. Мы собираем с вами 10 миллионов подписчиков. 50 тысяч лайков. Это нужно сделать на счет 3. Давайте сворачивайте видео. Раз. Два. Три. Вы просто представить себе не можете, ребят, какой сегодня будет необычный ролик. Если у нас получится его снять, ребят, поставьте, пожалуйста, лайк. Потому что это что-то новенькое. Я о таком никогда не слышал. Мне написали пацаны Виталик, Эрик. Поприветствуйтесь. Здорово всем, ребят. Всем привет, пацаны. Че, давайте рассказывайте ребятам, что вообще происходит. Короче, здесь по воскресеньям всегда утром собираются пацаны и пи***ят монеты с фонтанов, вот. Мы сегодня с Эриком хотим, бля, поймать их, напи***чить за такую хуйню. Ну вот, мы просто с Эриком иногда выходим на пробежку утром и видим, как они здесь пи***ят монеты. Да, вообще охереть. Вы что, спортики, что ли? Ну да. Ну, он футболом занимается, я раньше тоже футболом занимался, борьбой. Чисто для себя, чтобы форму поддержать. Ты вообще видел мой пресс, бля, там просто пи***. Все девки твои вообще подписчицы мне пишут, бля, хотят его потрогать. Да ну. Вот я предлагаю сегодня вместе с тобой, короче, снять видос и выловить его. А у тебя есть пресс? Ну, так, чутка. Так, ходим там тоже в качалку, занимаемся с пацанами. Блин, ну, вообще... Ну, я, Виталик, там другие парни тоже у нас ходят, старшие. Ну, это отличный пример для подписчиков получается. Ребят, хватит ходить с этими Сашками, Подиками. Начинайте качать пресс. Девчонкам тоже качать пресс, а девчонкам что же качать? Девчонкам фигуру надо нормально и попу качать. Да. Ну, короче, смотри, фонтан находится вон там, и мы пришли сюда, чтобы нас не спалили эти дауны, чтобы они не увидели нас. Они постоянно, короче, тут утром находятся, пи***ят монеты, когда именно людей нету, фонтан не работает, чтобы не мочиться, ничего. Я заметил, фонтаны вообще сейчас даже не работают, они, ребят, потому что... только работают. Да, сейчас у нас 6:30 утра, поэтому... Именно, сейчас мы их, короче, выловим, мы их к***ам нахуй поставим, я все деньги... беру и отдам лучше нуждающимся, чем этим, блядь, пиздюкам. Блин, просто красавчики. Они прям реально много там зарабатывают? Да, ну там, блядь, всегда можно по косуре точно собрать. Да там. Ну нахуй. Да, я как не увижу, блядь, там просто они пизда, просто блядь. Каждый день, нахуй, разные ходят туда, ёпта. Ну все, погнали тогда в тачке, будем сидеть ждать. Ну да, пойдем. Включи камеру, Егор. Да, включу. Егор, смотри. Пацан пиздец похож. Да, вот. Какой именно? Вон, в красной кофте идет. Вот этот? Да. Он каждый раз почти тут на постоянке. Вроде он, потому что ебало чёрт. А что, он здесь типа гуляет на постоянке или что? Он на постоянке, да, тут. Что он здесь всегда на постоянке. Он ошивается тут, особенно в ПК там. Ну он идет к фонтану пока что. Или он обходит фонтан. Давайте я немного отъеду. Что он там делает? Встал, чёрт. Смотрите. Что он делает? У него что-то в руке. Вон он, магнит. Смотри. Магнит закидывает. Он магнитом это делает? Да. Блядь, да ну нахер. А что, ему даже замечания не делают? Да тут всем похуй. Да ну, он прям вот так вот сидит и нарыбачивает все монеты, что ли? Охренеть. Народу вообще нет абсолютно. Смотрите, насобирал, короче, из того угла. Просто нафармил, смотри, бабок. Просто фармил. Фарм, да, ребят! Да, че, пойдемте, здесь, может, к нему подойдем уже? Че мы снимаем? Давайте подойдем к нему. Да, пойдем. Погнали, подойдем. Перед тем, как мы научим его уму-разуму, я бы хотел рассказать вам про проект Axie NFT-питомцы. Вы можете создать своего личного NFT-питомца милого котика, следить за ним, ухаживать за ним, гладить, просто тыкать на него, чтобы он не умер, потому что через 24 часа он умирает. А он вам взамен, этот котенок, будет приносить денежки. Настоящие денежки, которые можно вывести на свой мобильный телефон. Как это работает? Мощность вашего телефона начинает использоваться в приложении, запускается майнинг, и этот питомец приносит вам 47 рублей в час. Вы можете посчитать в калькуляторе, сколько это будет приносить в сутки. Мне лично мой питомец приносит уже 200 рублей в час. Как я это сделал? Я, во-первых, освободил память на своем телефоне, и, во-вторых, я использую все промокоды, которые выходят у разработчиков Телеграме. То есть я вижу любой промокод, я его ввожу, сразу же получаю деньги и сразу же увеличиваю свой доход. Я лично заработал, ребят, уже, внимание, 3000 долларов, а по моему промокоду Dexter, по-английски, если вбить, вы получите 900 рублей, которые также сможете поставить на вывод. Все ссылочки находятся в описании, а мы с вами продолжаем. Как будто мы не к нему подходим. Давай, как будто... Вон он набирать начал, смотрите. Давайте, как будто мимо. Заметил? Пацан, ты что тут делаешь? Чё, блядь, чё ты фонтану доставал? Давай, карманы выворачивай. Выворачивай карманы.
Дружище, а ты чё? А ты чё? Чё за мелочь? Ты что тут мелочь пиздишь? Мне родители дали. Сколько мелочи, вон монет. Ой-ой-ой. Вот сколько монет. Чё, здесь нормальный улов-то? А ты как это делаешь? С магнитом, что ли? Три монетки оставил. Ты чё, пацан, убираешь, что ли? Давай сюда свой магнит, блядь. Я тебе сейчас нахуй приклею. Ещё чего, мне его купили. Я тебе сейчас, ты чё, не понял меня? Давай, сюда давай. Быстро, бля, деньги. Деньги, Слушай, а сколько вы так зарабатываете? Сюда давай. Просто Эрик, ты чё? Эрик Цыган реально просто со всех монет, блядь, пособирал. Тысячу за день? Пацан, ты чё, ебу дал нахуй? Зачем ты этим занимаешься? Ты чё, родители денег не дают или чё? Не дают. Ну давай мы тебе дадим только бал. А в полицию не боишься, блядь? Не знаешь то, что менты тут ходят, нет? Зачем ты этим не занимаешься? Давай доставай, обратно выкидывай. Давай, всё, что есть, доставай, выкидывай обратно. А, ты всё отдал. Да, выкидывай обратно. Всё, выкидывай. Всё выкину. Магнит мы себе забираем, понятно? Сколько вас таких долбоёбов, блядь? Много. Много? Зови сюда всех своих. Зови. Слушай меня сюда, нахуй. Если ты сейчас своих парней не приведешь сюда через 5 минут, я тебя найду просто, понял? Хоть из-под земли тебя достану. Реально, давай. Я тебя потом, бля, раком поставлю. Свободь. Слышишь меня, блядь? Слушайте, ребят, даже добавить нечего, серьезно. Я стоял, думал, что же мне сказать, что же мне добавить к вашему монологу, так сказать. Я даже не нашел ничего. Магнит, это магнит тяжелый, блин. Охренеть можно. Ой, смотри, блядь. Так а давайте мы его тут оставим, магнит. Может быть, школьники придут, заберут его. Ну, как такая, как приманка. Магнит тоже выкинь. Охренеть можно, ребят. Вы прикиньте, школьники воруют. А сколько он там насобирал-то? Рублей 100, да? 55 он насчитал. 55 рублей? Да. Охренеть. Это он только с того края, там еще 3 монеты оставил. Вон там еще. Вон там, смотри, сколько еще. Если он говорит то, что они косарь в день рубят, типа. Он же сказал еще вроде то, что из разных городов, они же в сталь ездят. Вон там тоже я вижу, здесь, блин, отсвечивает. Вон. Да, вон. Короче, по всему фонтану валяются деньги и, блядь, убирают, пиздец. Давай прям тут клади, реально. Кинем его. Может, да. Еще кто-нибудь придет, захочет так же порыбать. Да. Погнали в тачку, потому что, мне кажется, пока мы сейчас здесь находимся, естественно, больше народа не появится. Нам придется либо ждать, либо следующего дня ждать. Мне кажется, то, что не будет сегодня такого везения, что мы еще кого-то найдем. Мы поймали только одного школьника, который пофармил у фонтана. Затем сменили свою позицию, поднялись повыше и начали ждать других школьников, потому что, по словам Эрика и Виталика, их действительно выходные дни приходят довольно много. И у нас были все шансы встретить еще. Охуевший магнит взял еще. Тихо. Тут есть? Ой-ой-ой, есть, блядь. Я вот так встану, типа. Тихо. Блин, мне тут палевный ракурс, я не хочу так снимать. Нужно что-то беспалевное. Давайте кто-нибудь один подснимет. Давай я. Ну тебя заметят, я. Давай. Сяду, типа. Давай. Иди спускайся. Какие охеревшие. Фонтан полез. Хочешь, стой. Там девчонка уже монеты, короче, с магнита это отдирает. Реально? Да. Они взяли наш магнит? Да. Серьезно? Да. Бля. Он охеревший, он взял магнит наш, еще и фонтан прям сам в центр полез. Так, стойте здесь, давайте это. Бля, давайте сейчас сделаем сценку, короче. Диктофон есть у кого-нибудь? Есть. А ты еще включай диктофон, идите помогите им. Да. Вот, а я вас подсеваю. Бля, что ты там вообще? Да, диктофон включай. Все. Раз, два, три. Все, идите, пацаны. Здорово, ребят. Может вам помочь? А вы что, тоже мелочь собираете? Мы тоже этой херней маемся. Дайте я вам помогу. Дайте. Ну давайте. Да давай что. Как тебя зовут, подарок? Парень, как тебя зовут? Маша. Бля, парень, Маша. Я тебя сейчас просто спросил, как тебя зовут? Нормально спросил. Да, я тебе помогу. Не надо. А тебя как зовут, девочка? Не важно. Ну ты прикольно. Давай познакомимся. Да, я тебе помогу. Ну почему? Нет, давай. А ты кто тебе, ёпта? Странный. А ты что-то предъявить хочешь? Слышь, ты что, ты хочешь с кого-то спросить или что, ёпт? Спрашивай только с лохов, а ты можешь поинтересоваться максимум, понял? Дай мы вам поможем, а. Сколько собрали? Ну сколько собрали? А если я вам не отдам... Слышишь, а если я тебе не отдам мелочь, Олух, что ты мне сделаешь? Давай, иди сюда. Давай, выскочим, ёпт. Пошли, нахуй. Сюда иди, блядь. Сюда иди, блядь. Вставай, блядь, сюда иди, нахуй. Слышишь, подержи, блядь. Слышно. Магнит. Дай сюда на магнит этот. Чё ты нахуй? Ебать здесь мелочи, я ебу. Это просто пизда, блядь. Надо, короче, идти. Эрик, хорош. Чего, блядь, с кем ты выскочить хочешь? Пацан, тихо.
Давайте, пожалуйста, тихо. А чем? Вы что делаете? Пойдем выскочить. А нахера вы это делаете? Стой, подожди. Не надо, не надо, Эрик, иди сюда. Не надо выскакивать, иди сюда, подведи его. Как тебя зовут? Диана. Диана? Вова его зовут. А тебя Вова кто? Брат. Брат? Че, вы сестра с братом, да, воруете монеты из фонтана. А я не понимаю, зачем это делать? Одного из ваших уже, короче, поймали, признавайте, кто у вас тут главный. Неважно. Вы еще так магнит взяли. Стой, а магниты одинаковые. Смотри, у них магниты одинаковые. Охренеть можно. Вовка тебя зовут? Где? Да. Кто у тебя тут главный? Не важно. В смысле не важно? Не должно. Схуяли. Впрямую не должно вас это все волновать. Короче, вытряхивай монеты. Сколько показывай, сколько давай, ты насобирал, сколько заработал. Карман выворачивай быстрее. Че там у тебя целая котлета? Все в магните. Вон, смотри, на магните сколько. Вон еще. Ты тоже выворачивай карманы. Че ты стоишь? Выворачивай карманы. Карманы выворачивай, давай. Выворачивай карманы эти. Нет, выворачивай, я тебе говорю, карманы. Егор Мелочь тут лежал, я ее выкинул обратно. Ты ее выкинул? Да. Сколько ты выкинул? Там рублей 50-60 точно опять. Да, там даже побольше было. Вон еще чирик валяет. Прям в фонтане, да, ходишь, вот так вот ищешь. В смысле, что? Что значит ты что? Ты понимаешь, что люди загадывают желания, кидают в фонтан монеты, а ты приходишь здесь в 7 утра и собираешь магнитом все это. И что, пусть загадывают дальше, я тоже загадываю желание, я хочу вот на машину накопить. Какую машину? Машину, тебе сколько лет, парень? Че, для будущего? Для будущего. Для будущего тебе машина не понадобится. Какой еще мелочь? Знаешь, инвалиды не ездят на машинах, это сейчас просто ноги п***маю, ёпта. И че? И то! Ты че вообще так разговариваешь, слышишь меня? Слышишь, если бы меня сейчас... Слышу разговор, я сейчас тебе эти магнитом нахуй. Блядь, слышишь ты? С другим человеком. Если бы они мне не сказали, я бы тебя приплюл там нахуй, я бы тебя убил там же, блядь. Так, все, так, Эрик, домой, Эрик, пожалуйста, так, все. Слышишь, что в карманах выворачивает? В смысле нет? Вон у тебя там, вон тебя трясется там. Так куда ты бежишь-то, а? Стоять. Выворачивай карманы. Давай, пойдем. Выворачивай, Вовка. Пойдем обратно, Вовка. Кто у вас главный? Как зовут-то его? Неважно. Как зовут его, я у тебя спрашиваю. Слышишь, я тебе не сейчас... будет говорить. Так, давай, доставай. Мы сейчас магнитом. Это, давай. О, Виталик, неси магнит. Дай магнит. Магнит приложи к его штанам, да. Проверяй. Давай, давай, руку давай. Руку убрал, блядь. Опа. Что-то там есть, отвечаю. Обалдеть, давай, давай. Опа, еще и здесь, блядь. Давай, доставай, сейчас будешь прибыль, чтобы показывать, сколько ты сегодня заработал. Что тут? Вон тут тоже есть, Виталик, доставай. Давайте пересчитаем, сколько там? 30. Ой-ой-ой-ой-ой. 40. 50. Ну, короче, в общем, 235 рублей. 235 рублей за 5 минут, если охренеть. Если пацана, плюс еще его девчонки на магните. А у тебя что на магните? Выкинули. А, половину выкинули? Выкинул. Половину Сумка, выкинули? В руке сюда давай, ёпта. Слышишь? Не трогай. Руку давай сюда. Сестру не трогай. Давай. Слышишь? Давай сюда. Сестру не трогай. Слышь? Не трогай его, блядь, слышишь? Ты чё на? Виталий, доставай у тёлки. Слышь, сестру не трогайте. А то чё? Сестру отпустите. Слышь, ты борзой. Сестру ты сейчас отпустите. Таланты успокой, я тебе сказал. Не надо. Я кикбоксингом занимался. Кикбоксингом? Ты уверен в своих словах, что уверен. Вывезешь меня? Уверен. Вывезешь кулачки? Уверен. Ты кулачки для меня малыш, понял, ёпт? Давай, быстро давай. Давай, доставай все. А, в задних карманах мы не посмотрели. Давай, да? Доставай. О, еще там десюнчиков, да? Да, десюнчики. Охренеть, ребят. Короче, ладно. Есть что? Сколько вас народу здесь так ходит? Важно. Ну ладно, сколько? Имя. Ответь мне, ну что ты? Имя кукуху главного говори. Бульдог. Бульдог? Бульдог? Номер кидай. Чего? Номер давай. Нету номера. А сегодня бульдог будет? Сегодня он. Он сегодня будет в городе? Как он выглядит? Как он выглядит? Пацан такой в серой кофте Nike. В шлепках и в шортах капот. А он по каким фонтанам? Он здесь по Ногинску? Да, он здесь по Ногинску. Он сегодня ну, будет смотри, здесь? Должен. Если ты ему что-то вякнешь, я тебя найду. Он пусть сегодня здесь будет. Когда и во сколько? На вокзале. Здесь? Здесь на вокзале. На вокзале фонтан? На вокзале, на вокзале фонтан ЖД? Есть. Да. Где электрички отъедут. Через сколько он там будет? Через сколько он там не будет? Не знаю, мы также все в одно время ходим. Все, гуляйте. Поехали гуляй, туда. Ёпта. Поехали туда сгоняем. Заходим. Сейчас монеты скинем. А нет, что скинем, они сейчас их заберут обратно. Реально лучше бездомным отдадим. Да, пойдем. Нахрена вы их обратно-то раскинули? Вы же мужик сказали то, что бездомный. Мужик сидит без ноги возле атака. Может, ему лучше скинем. Все, пойдем, скинем, давайте. Короче, Егор, слушай, я слышал, ты тоже в хасл играешь. Бля, прикинь, типа мы с Виталиком играли. Мы ехали на скутере, короче, вдвоем. Едем, он на своем, и я на своем, мы в аренду взяли. Ехали, чтобы сдать на права. И нас просто сбивает какой-то вообще отбитый чел на гелике. И ничего не помогает, ничего вообще. Прям начал борзеть голосовым? Да. Мы ему сказали, Россию закрой, нахуй, иначе мы тебя, бля, потом ебнем. Он, короче, все сначала не поверил, и мы его, бля, с Эриком отслушали. Обалдеть. А вы ввели мой промокод на 70 тысяч?
Да, только этот, нам сказали, надо 7 часов отыграть. Вот я сейчас буду. 7 часов отыгрываешь, правильно, и получаешь, да, сколько и уже ты? 70 тысяч рублей. На сколько ты отыграл уже? Я отыграл уже 4 часа. А, ну все, осталось 3 часа, и получится по 70 тысяч. Сегодня в Хасл, ребят, я решил порыбачить. Это одна из профессий в игре. Сегодня посмотрим, я вам покажу, как это будет работать. Каждый из вас может найти любую профессию, ребят. Так, заходим и покупаем себе разного реквизита. Так, ну я, пожалуй, куплю себе поплавочную удочку. Исправьте меня, если что-то не так. Покупаем спиннинг, пожалуй. Лесочку, самую дешевую на лесочке мы сэкономим. И обязательно, конечно же, опарыш. Спросите, зачем? Сейчас я вам расскажу. Ну что, я приехал на своем новом крузаке на рыбалочку. Ребят, рыбачить можно начинать с первого уровня. Нужно ввести команду Picot. И потом туда просто мой промокод Dexter. Вам через 7 часов игры выдаст игра сама 70 тысяч бонусов. Итак, начинаем рыбалочку. Ребятки. Щука там, щука. Вот у меня, ребят, наживка это опарыш. Как я вам и говорил, начинаем рыбалку. Так, 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 так. Рыба, ловись, рыба, ловись. Опа, подсечь. Рыба была слишком тяжелая, и ваша леска оборвалась. Надайте новую леску на удочку при начале рыбалки. Я сейчас подписчика так поймаю, сука, отойди, отойди, я тебе сказал. Зачем ты это делаешь? Так, так. Я твой подписчик! Опять оборвалась! Какой вывод из этой ситуации можем сделать, что леску нужно покупать, ребят, покрепче. Обязательно вводите мой промокод Dexter и залетайте на 47 бак, здесь очень интересно. Друзья, далее просто кадр произошел, мы подъезжаем к вокзалу, видим этот фонтан, и в фонтане видим школьника. Школьника, который просто в воде на него льется, отовсюду вода, и он собирает монеты. Оказалось, что они проводят какие-то рейды и все делают в одно и то же примерно время. Так, ребят, мы сейчас приехали, просто экстренное включение. Это просто жопа, чувак просто под фонтанами херачит сейчас. Погнали быстрее, погнали быстрее. Вылезаем быстрее. Быстрее, быстрее вылезаем. Где он? Вон он, прям под фонтаном, смотрите, прям под фонтаном. Идем. Смотри, что делает, охренеть, это что, бульдог? Ты что делаешь? Ты что творишь? Ничего. Вылезай. Нет. Где твой шлепок? Ты что творишь? Ты весь мокрый. Да, давай. Чё, блядь? Чё, тихо, тихо, тихо. Стой, 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 стой. Да. Тихо, 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 тихо. Ты что, охуел? Чё, подожди. Ты что делаешь? Я мелочь собираю. А что, зачем ты мелочь собираешь? Тут вокзал, тут люди ходят. Ты зачем мелочь собираешь? Просто захотел. Ты что, с ума сошел? Ты весь мокрый. Просто ты посмотри на себя. Нахуй ты делаешь? Слышишь меня, блядь? Тебе не помешаешь. Мелочь наша. Моя мелочь еще. Наш... Давай, ты что ты сделаешь? Стой! Мелочь, во-первых, наши, мы ее нормальные дела пустим. Раздадим нуждающимся, раздадим бездомным. А не то, что я сам ребят, не нуждаюсь. В чем ты нуждаешься? Денег не дают или что, блядь? Дают нахуй. А нахуй ты это делаешь? Я не, что было? Мы ее заберем себе, понятно? Блядь. Хуяли. Сейчас ты меня поебал. Давай нахуй. Ты что нахуй? Не надо, тихо, тихо, не надо, не надо, не надо. Не надо, отойди, 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 отойди. Не надо. Я тебе говорю, вот то, что ты делаешь, за это тебя накажут рано или поздно. За это тебя накажут. Не похуй. Здравствуйте. Ну, да... Деньги, да нет, мы не собираем, мы как раз таки его поймали. Забрали его. Вот он, воришка, ворует. Мы забрали, вон он с магнитом ходит, да и деньги собирает. Я не первый раз вижу. Да вот, вы вот. Вообще понимаете, что вы делаете? Понимаете, монеты люди кидают, они закатывают какое-то желание, оно должно сбыться. А вы раз это желание просто нарушаете. Ничего. Ну как, чего? И ну, то ты подумай. Как общаешься с женщиной, с острых твоим бабушкой? Тебя ебёт. Слышь, ты чё материшься, а? Чего? Ты что толкаешься, материшься? Чего, блядь? Ты что такой дерзкий? Культурная обстановка, люди ходят, гуляют. Ну что это такое? Ты посмотри на свой вид. Ты на чего? Ты что, обычного человека. Хочу. Да пойди курьером поработай. Да пойди на почту, поразноси что-то. Чего ты здесь? Легкую добычу ищешь? Ну да. Че, ну да, блин. Положили, потеряли, значит, я найду. Скоро в школу уже идти. Ты что расскажешь? Что ты летом делал? Обычные вопросы дают. Они будут на линейке ролик смотреть Декстера, когда соберутся на 1 сентября. Где он монеты ворует? Из фонтана. Вот что будут делать 1 сентября. Готовься, дружище. Ты будешь звездой. Ничего страшного. Ты очень будешь популярным. Среди бомжей. А папа, ты бомжик. Ты что материшься? Я не понял. Ты что материшься? Вот сейчас подойдет мой сын. Он разберется с вами. Он сильный ВДВшник. А вы тут цопли развели. Еще как здесь делаешь? Говоришь, ты даун. Зарабатывать нужно. А вы тут чем занимаетесь? Малышня какая.
Ну вот зачем ты это делаешь? Вот ты стоишь, матом ругаешься, перед тобой стоит женщина с возрастом твоей матери. Еще вот и деньги, еще сказать, и деньги воруют. Еще и дети, посмотри, какие маленькие бегают матом. А вообще, что знаешь, какой мат? Вот, ты вот сейчас тебе похер? Привет, мам. Ой, привет, дорогой. Здрасте. Ну, это ужас один. Вот эти вот, вот молокососы, они что вытворяют? Да они лезут в этот фонтан, и там монеты, да еще и ругаются, и выступают, и возмущаются, что вы я что, их пацаны? Останавливаю. Нет, мы наоборот его ловим. Вот таких вылавливаем. Ага. Ну вот он, собственно. Ты что гордый, посмотри, какой стоит. Ты что, пацан? И матом ругается, да. И оскорбляет. Ну вообще, ну что это такое? Дети. Вот, смотрите, вот он вот таким магнитом. Вон магнитом деньги себе. Мы уже троих сегодня выложили. Слушай, малой, у нас ВДВ так не делается, понимаешь? Что с мамой так разговариваешь плохо? Те деньги, которые сюда бросают, они остаются на память. Как бы люди сюда возвращаются и приходят на место. Они потеряли, понимаешь? Я найду. Не теряли, они специально сюда бросают на память. Давайте кое-что скажем. Понимаешь, для чего это было? Да. Зачем ты это вылавливаешь? Я не хотел. Сынок, вот разберись с ним, вот как ты умеешь. Да, как, вот он, потому что, ну что это за сопляк такой? Ты старый, я не пойму, ты что, самый умный? И тут охренели все прохожие, мы, которые стоим. Он взял его за шкирку и просто выкинул в фонтан. Ребят, это был такой бросок, что этот бульдог научился летать. Не только на четвереньках бегать, но еще и летать. Все были просто в таком шоке. Потом этот мужик подошел ко мне, начал разбираться со мной. Он вообще обезумел, взял меня за шкирку. У нас началась разборка. Ребят, все эти кадры вы найдете в моем телеграм-канале по ссылочке в описании. Переходите прямо сейчас в мой телеграм-канал. Подписывайтесь и смотрите проду. Всем пока!